Мы никогда не верили в пророчества. И проводили жизнь в боях с врагами, которых указали нам отцы и деды. И новый враг пришел в наш мир, чтобы навсегда уничтожить его. Всем хэк, мои дорогие друзья, с вами как всегда Дезертир, и мы начинаем прохождение Warcraft. Я начну с третьей части, с хаоса, посмотрим, чем закончится. Кампанию я постараюсь пройти максимально на сложном уровне, в данном случае высокий. Начнем с пролога, исход Орды. Время ускоряет свой бег, сын Дуратона. Вновь вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. И в то время как армии смертных мчатся навстречу своей гибели, пылающая тень готовится поглотить этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанное.
следуй за мной. Глава первая. Погони за видением. Однажды Трал, молодой вождь орков, увидел тревожный сон. Так это был сон! Это не сон, юный вождь. Это было видение. Следуй за мной, и ты узнаешь, какая судьба уготована тебе. Не знаю, что все это значит, но я иду. Я вождь. В общем-то, всем еще раз большой привет. Задание у нас — найти пророка, а именно следуйте указаниям ведущего, найдите пророка. Видение, заставившее Трала проснуться в холодном поту, было исполнено необъяснимой угрозой. Только таинственный пророк сможет рассеять сомнения молодого вождя. Разыщите этого пророка. Ну, как-то так. Отлично. Похоже, вам не терпится отправиться в путь. Но сначала вы должны научиться отдавать приказы. Прикажите Траллу пройти по дороге к ближайшему флажку. Для этого щелкните сначала на кнопке «Двигаться» в правом нижнем углу экрана, а затем на флажке. Все бы, конечно, хорошо, но я думаю, что я могу и без этого голоса ориентироваться. Еще далеко. Отлично. И это прям мы хорошо. Почти на месте. Поэтому давайте особо не затягивать, мы будем уменьшается проходить относительно быстро, по крайней мере, на это надеюсь. И прикажите ему идти к флажку в центре лагеря. Локтар, воины! Вождь, ждем твоих приказаний! Теперь, когда вы выбрали свой отряд, прикажите ему идти к следующему флажку. Тревога! Впереди гнол! Чтобы приказать своим воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на гнол. С гнолом-то, я думаю, мы справимся. Это был всего лишь разведчик. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть. Благо, можно сделать лагерь вот так. Для этого выберите. Примерно в это время Трал может получить уровень, потому что он красавчик в центре лагеря. Бам. А дальше ему просто не дадут прокачаться, и это обидно на самом деле. Мы получаем это замечательное умение. Здоровье. За честь. И будем сейчас его пользоваться. Да. Дабу. Вот, решил я на самом деле поиграть в эту игру и столкнулся с кучей проблем по записи этой игры. Я не знаю, по какой причине, но так или иначе. Банду морлоков. Морлоки. Превосходные мишени для вашего. Получалось, что у меня не записывался то звук, то игра, то видеоролики, то еще что-то в этом духе. На одном из морлоков. И это прям очень грустно. Очень грустно. Но мы сможем побить морлока в любом случае. Чего прикажешь? Не слабенько. Иногда рядом с телами убитых врагов в этом сундуке было зелье маны. Зелье маны. Весьма полезная вещь. Весьма полезная вещь, на самом деле, без. Что ваша находка теперь занимает одну из ячеек, расположенных слева от панели приказов. Да. С помощью этого вот еще морлоки можно пополнить запас маны. Ну, пополнять запас маны я не собираюсь, потому что, в принципе, у меня с маной особых проблем нет. Например, цепи молнии. За честь! За честь, всю отвагу, да, как бы сказал Ориас. Дабу! За честь! Волчий вой — знак наступления ночи. Ночью ваши воины видят хуже, чем днем, поэтому вы должны следить за сменой времени суток. Да, вот только волчий вой я не слышал. Ночь. Будьте начеку. Локтар-угар! Вот так можно, кстати, лошиться и уничтожать. Серия. Да. О чем я забыл, но да. Так можно сделать. Дабу! За честь! В данном случае это было зелье хилки. Хорошо, что он спит. Иначе нам пришлось бы туго. Займемся этим. Ну вы же поняли, да? Точно я его побью. Куда же без этого-то? На самом деле никаких особых проблем я с
этими ребятами не испытываю. Я не думаю, что у меня есть вообще будут проблемы с кем-то на данном уровне, по крайней мере, так точно. За честь. Вот, тем более в любой момент можно подстраивать войска, за исключением текущего. Да, то есть сейчас мы не можем подстраивать войска. Это немножко обидно, но что поделать, такова миссия. За вот честь. Этого. Но в любом случае, разработчики награждают нас так или иначе за исследование карты. Осторожно, воины! Эти твари по ночам не спят! О, Камень Голем. Это первый такой мощный противник. Ну, чуть-чуть попозже. Ну, то есть этот вот третьего уровня, да, там будет еще чуть-чуть попозже еще один. Более жесткий чувак. По крайней мере, этот нам даст плюшку, а именно кольцо защиты первого уровня. Магическое кольцо — весьма полезное приобретение. В зависимости от своих свойств, оно будет улучшать характеристики героя, который его носит. Час пробил! Вот, мы с вами сейчас замечательно отрываемся на големах. Левел нам, к сожалению, это не дает. Ну, как был 225, так и остался этим. Из 500. За честь! И это немножко, честно говоря, обидно. Ну, что поделать? Дабу! Вот. Дабу! Да! Мы пробуем сейчас пройтись еще вот сюда. Вот сюда. Я это важно. И посмотрим, что ж там духи будет. Духи не знают. Лесные тролли. Я не могу поверить, что когда-то они тоже были частью Орды. За честь! Давайте на первую очередь надо вот этого. Никто не уйдет! Потому что он самый мощный из них. Такой там, по-моему, в основном трава. За честь! И, по идее, у нас выживут все. Что не может, опять же, не радовать. Так, мы идем на финальную точку. И, в принципе, здесь, на этой карте, на сегодня все. В день я, наверное, буду выпускать по 1-2 серии, как получится. Скорее всего, запишу часть серии заранее и буду их попутно выпускать. Вот такие вот дела. Итак, найти пророка, задание выполнено, собственно, я так понимаю. Приветствую тебя, сын Дуратона. Я знал, что ты сумеешь отыскать путь. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь. И о тебе, и о твоем народе. Кто я, сейчас не важно. Важно то, что ты соберешь своих воинов, и вы покинете эти земли. Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился. Я стал другим. Знай, я видел будущее, видел огромную тень, надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны. Они возвращаются? Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у тебя будет шанс устоять против них. Но разве мы... Я отвечу на все твои вопросы, юный вождь, когда придет время. А сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Бред безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Ну что ж, вот такая вот победа, друзья мои. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.